Начали. Эй, группа Тиран, Великие Луки. Небольшой обзор хостела в Софии, столице Болгарии. Хостел называется Crosspoint. Если вас когда-то сюда занесет нечистая сила, а может и чистая, будет довольно клево, если вы посетите это место и здесь становитесь. Пройдем. Немного этажных ступенек, это довольно неплохо, к тому же полезно для вашей фигуры. Для тех, кто не понимает, это значит, что правильно идет. О, Марай! Марай, one minute! Вы еще до видео? Видео. Не идея прошла. Что еще нет? Мы хотим вас познакомить немножко с нашим швейцаром Марай. Он здесь всегда. Здесь всегда. For Russian people. Mm-hmm. Hello. So, if you visit this place, вы всегда найдете Море на своем рабочем месте. Он всегда работает, всегда весел, бодр и готов с вами поделиться разными ништяками. Пойдем дальше. Хостел полностью оснащен всеми удобствами. Ванна с горячей водой. Вода постоянно горячая. Не то, что у вас на дружбе, а действительно горячая вода, мать вас. Далее. Немаловажный момент. Который нужен всем путешественникам. Он действительно прекрасен. Туалет из любви. И почти всегда свободен. Окей, двинемся дальше. Пописали, покакали, помылись. Нам нужно что? Нам нужно спать. Для этого у нас есть прекрасный апартамент. Не очень зачленный. И в то же время удобный. Кровати. Очень удобные кровати. Карты с историей, афиши мероприятий, которые здесь проходили, будут проходить и, может быть, даже не будут проходить. Абсолютные рекомендации.